Tá vendo? Ты же всегда играл раньше. Что у нас? Слишком много его. Даже если тебя защищают, что очень редко. А может чиниться? Так, супра, надо что-то сообразить. У нас какой-то херовый пик, омерзительно херовый. Да, да. Я возьму Зарю. Together we are strong. Я возьму Фару, может, настакаем ультимейты вместе, но это так себе план. Карта хорошая для Фары просто. Just like in training. Тут всякие, блин, лучники хороши еще. Ха-ха, я сразу забил. Ты лол. Так, я только подошел. Почему не взять 5 бастионов и не залить? Давай. Не, вот тут против я уничтожил на броне. Наверху этот крысач. Я его почти убил, он сбежал на отхилку. О, я убил его норм. Говорите, если справа будут заходить, потому что как я этот тебе мой шилд? Отлично, просто вовремя. А, слева идет этот Рейнхард. Пошел обратно за спину нам. Заходит сзади. Слышу, как он шагает. Okay. Куда он свалил? Не совсем ясно. Он на балконе где-то сверху. Ой-ой-ой. Меня подхилит, может? Нет? Бегать. Get in there. Да они сейчас постоянно стреляют. В основном. Я почти совчик. Убил бомбу. Солдат там. Солдат всегда сзади заходит. Сверху еще. Сорян, я легко. Хельден sterben nicht. Очень мало хитпоинтов у меня. Макри, прячемся. Прятался, но у меня 90 хитпоинтов. Да блин, ну ребят, я даже выйти. У меня хитпоинтов мало. Не, меня с трех сторон валят. Мерси справа даже с пистолета валил. Да ё-моё, и где они все? Все в разбежке, один рейнхерд пропушился? Да, меня с трех сторон, говорю, валили в одной комнате. Рейнхерд пушил. Так, ну у меня ульта почти есть. Блин, меня сзади убили, солдат прямо бегает. Где все? Сдохни. Не, ну я чё я могу сделать? У меня ульта есть. У меня нету. Мне нужно, чтобы кто-то подошел, потому что там окно. Я отлично всех залью, даже автоатака, если попадут. Идете? Да, мы тут.
Огонь по готовности! Только где ты? Вот. Я слил ульту! Где? Самак! Справа, справа, красавчик! Да ё-моё! Никто ни хера не чек. Отличная жильта. Heroes never die. Колесо. Yes. Череп. Была отличная ульта. Дамака не было. Видишь, я тебя тоже знаю. Да ё-моё, смотри, дурак. Солдат слева. Еще есть солдат? Там красавчик справа все еще. Ну, я забейтил его ульту. Где он? Где он? С правой комнатушки заливаю. Сейчас его убить, но он слил. I will never survive. Да вин, я считаю, но 4 минуты. The payload is approaching its destination. Да ё-моё. Сзади, сзади, сзади. Красавчик все еще с правой комнаты. И Макри с левой. О, их там двое. Я пихаю обратно. Красавчик впереди теперь. Это не второй только, конечно. Убил двоих. Ульта далеко еще. У меня есть ульта, но, блин. Слева бегает. Я понял. Интересно, где он? Слева кто-то забегает. Вижу кто. По дверям? Ну, на второй этаж? Наверное. Не видел, куда прорвал. Рейнхард где-то здесь. Да не выше. Ульта почти есть, если что. У меня тоже хранится пока что. У него щит падает, щит падает. Слева крыс... Ой-ой-ой, солдат, спасите, спасите, на второй. У меня очень мало хитпоинтов. Не смог. А, крысавчик и солдат на втором этаже слева. Справа Рейнхард. Ты спустил или что? Не, ульта моя есть. Мне подхилится где-то. У меня очень мало хп. Но он на меня спустил ульт. Блин, эта херня не пробивается. Супер, если что, я на готове ульту спускать. Сейчас, я не вижу, что... О, спускаю! Огонь по готовности! Первого получилось, но
Ну нет, нормально. Ульта красавчика летит. Блин, ну меня убило. Ничего страшного. Я вот тут успел спустить. Блин, меня зажали в углу. Ребят, 40, точнее, я затупил. Меня крысарчик кушает. Пятеро. Ой, отлично. Рибер. Да, вплотную ко мне. Наверное, тебя шил повесил. Ну, меня убили. Там два крысарчика, Рибер. Убил Рибера. Ты один остался. 10 секунд, блядь. 10 секунд. Ёпрасоте. 10 ёбаных секунд. Когда он всех положил своей бомбой. Кто на меня? Или со мной? Ого, так можно делать мины? Конечно. Там её и фишка. Джанкрет OP? Что? Джанкрет нифига не OP. Эпик. Вондерфул! Тридцать процентов ракет в тело. Ну да. Блин, я всегда что-то кружусь последним. Могу взять кого хочу. Я тоже. Взять кого хочу. Порой приходится играть, что дамага не хватает в команде. Думал, тебе нравится фара. Нравится, но сколько ж можно одной фарой играть? Порой слишком много киллов не наделаешь, потому что ульта ситуативная, желательно, чтобы кто-то под... Так, мы атакуем. Justice ain't gonna dispense itself. Не хочу Рейнхарда опять брать. Я, конечно, понимаю, что нам нужно на этой карте Рейнхард, иначе мы не пропушим ничего. Ну, ребят, у нас нет Рейнхарда и нет хила. Зато у нас есть двое Генджи. Может, если... может, и достаточно. Ебали. Недостаточно будет Винстон. Винстон на предыдущей карте рулил, но плохо играл. Ну, у нас и пик. О. Понятно. Тот же пик. Рейнхард вообще незаменим, почти в любой штуке, где надо протащить телегу. Ну, я не знаю. Я могу играть. Что? Ставим суппорт. Но скидывать некуда. Скидывать некуда, да и так он... Да не, я-то нормально, я под щитом буду спокойно стоять отхиливаться. Где дамагеры? Откуда будут выходить? Типа, ну мне беспонт без дамагеров выходить. Дамагеры у нас такое чувство, что будут бегать вокруг и пытаться всех бить. Attack commences in 30 seconds. Я бы взял здесь саунд, да. Покрыть, конечно, only victory. Make defeat an impossibility in your mind. Так, ну что? Там свинья. Мне просадили шилд.
Кенджи там уже погибает. У меня сейчас Шилту пойдет, буду отходить, потому что там турель. Турель надо, чтобы снесли. Отхожу, отхожу, Шилт закончился почти. Регеню Шилт, сейчас буду выходить. Выхожу. Я продамаживаю их как могу. Осторожно, справа. Меня захукали. Ну да, убили. Я просто веду пока телегу дальше до чекпоинта. Целую жопу. Overconfidence is a flimsy shield. Helden sterben nicht. Our enemies return. I'm exhausting the payload. Let's keep it moving. Так, ребят, я один. Я пытаюсь тут жатом немножко. Ну, я один, короче. У меня щит сейчас упадет. Ой-ой-ой, блин! Ёпперсеты, вот это плей. Регеню шилд. Я прыгал туда-сюда, чтобы допрыгнуть и повесить орб. I shall seize a payload safely to its destination. Ну ё-моё, ребят, так дело не пойдёт. Experience tranquility. Меня взорвало миной, на. Не, меня снайпер убивает. Меня 150 хп. Меня убивает с первого. Ощущение, что нас трое там тусуется. Не, у нас там и было трое только. Еле успел подойти, думал, бихелись у нас, что мы встречу. Снайпер там был на балкончике. Ребят, убивайте солдата. Шилд почти упал. Отхожу. Возвращаюсь, ну да. Я только дамажу, наверное, саппортом. Ребят, шилд упадет, если вы их не убиваете. Секунд 10 же есть, чтобы всех убить. Ё-моё, всё, шилд упал. Кому говоришь, что это? Ну и я? Нет. Ну вот, меня солдат только из-за полосел. Да дамагеров нет, у нас есть два кенджи, которые ничего не делают. Ё-моё, там бастион. Там все. Не, мало хп. Я не могу так пропушить, у нас осталось полтора минуты. Я очень далеко. Ё-моё, я промазал их там. Куча где-то там. Есть? Я возвращаюсь. Возвращайтесь, я буду там сейчас. Я знаешь, что где прекрасно, и где наша тупорылая. Заходите, заходите. Бастион, бастион. Давай. Ну, ребят, они с трех сторон меня атакуют. Что, меня убивает мерси солдата. Хули толку. У меня просто щит падает, да и все. Не довели, что ли? Конечно. Да нет, меня убили. Как бы я довел? Я бегал прямо с пейлоудом. Все это бега. Какой дебильный пик у нас. О, бля, они просто Он меня опять солдат заливает. Я пробую довести, но это без там. Не, все, я больше не буду суппортить. Стомака нет вообще, а суппортить в принципе нет. Я, наверное,
У меня серебряная медаль по дамагу. What the fuck? Серьезно? Серебряная медаль. Хорошо, что хоть не золотая. Подбегите кто-нибудь, прыгни туда, Саша. Это было прыг. Так бы хоть овертайм был. Это магера, блять. Ну серьезно, what the fuck? Серебряная медаль. Второй раз он. Так, выходим. Это не тащит. Факин Джанкред убит, блин. Вы берете какую-то фигню. Это, наверное, наш Генджи. Да, конечно. Нет, это не Генджи был, это Трейс. Так, так, Лив Гейм из. Ой, го Уинстон. Он-то танкует хотя бы. Вы бегаете и дохнете просто с вашим Генджи и трейсерами. Now entering the temple of Anubis. Oh no. Супер. Ты сам Ньютон, наверное. Так, все. Death walks among you. О, нет. У меня опять тот же. Выкинул тебя или что? А, не-не-не, подожди, вроде. У меня сегодня просто пропал портрет и пушки. Вражеский мат. Да. Мы защищаемся, блин. Да, куда вы пошли, блин? Ты взял? Я взял репер, я думал, мы атакуем. А вот тут. Уже пробежал. Point. Убили этого пробежащего. Point, ребят. Били? Фара. Дива залетает. Ну, смотрите, что там не портили всякие... А, наверху прыгает Генджи. Солдат. Ясно, вот Генджи, смотрите на поинт. Вот эти. И залетает это. Он наверху в комнате. Я убил Мерси. Я убил кого-то, не знаю, там просто ловушка была. Наверху. Ой-ой-ой. Убил Мек. Хорошо. Она... Да, ее добили. Ой-ой-ой, снайпер наверху. Я ничего сделать так не смогу там. Она спрыгнула. Меня убили, блядь. Я отхожу. На стопке. Генджи. Генджи убили. Так. Солдат наверху зашел. Вижу. И пора. А, понял. Я ближе к объективу отошел.
Сзади, сзади проходит. Да блин, че это такой косой? А, прошли, 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 наверху снайперша. Окей, окей, я их убью. Ой, пара, пара, пара. Пара, пара, пара. Пропал, да. Сверху взлетело, взлетело. Ой-ой-ой-ой, у меня очень мало хп. Зря я ульту сдал, ой, как зря. Успел задену мерси хотя бы. Это было тупо. Он заходит. Ай, блин, меня сзади забрали. Так, надо. Давайте кто-нибудь на обжекси. Нет. Отжекся. Они забрали обжектив? Да. И Б уже собираются? Да. Да, класс, убили мою гранату. Какого хера? Подхилил кто? Блин, да какого хрена? У меня ульта наверняка была. Интересный. Че за бред? Чё, уже 70%? Ну как? Не отходите вы так далеко. Наверху этот снайпер. А что такое, блин? Дива такой. А, на ульту сразу. Скорее всего. А слева, а, справа пропал. Пора. Ребят, ребят, помощь. Сзади, сзади, сзади. Снайпер, снайпер. Наверху пора. А, проходит справа. Вижу, сторону. Пора запускает, типа. Блин, а как они меня так быстро сливают? Блин, там снайпер еще. Снайпер пройдет. Пора. Да-да-да-да-да. Эй, снайпер. Пол КП снят. О, меня сзади пора залили. Дива снизу. Все, залили.
здоровье. Нет, не успел! Ну блин, ну я один там пьешь. Только дамаг набрал. А вот почему у меня лагала игра. Почему? Торрент, торрент. Короче, будем играть без Андрея в стеллажи. Не, я в стеллажи не хочу. Не хочу играть ту. Новое начинать опять. Говорит, надо бы сделать. I've got you in my sights. А, вообще? Я не знаю, что он. Слишком большая карта? Слишком большая карта, да. Опять посмотрел. Он не объяснился. Prepare to attack. Теперь мы-то атаку. То же самое, только атакуем, да? Пора, пора. Вроде всех убил. Танка нету, конечно, так что я фарой поиграю, похер. Никто не любит играть танками почему-то, все только дамаги берут. И хила нету, тогда точно танка брать не буду. Как? В мобе. Да, я готов играть танком нормальным, если хил будет. Или хилом, если танк будет. Тут ладно, тут мы атакуем, пока на первой точке можно взять зарю тут. Такую еще танк. Мэй можно. Я попробую играть просто. А, Мэй, которая... Которая робот. Мы не робот, Дива. 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 Я не умею играть, блин, Дивой тоже. Не мы, Дивой не умею играть. Ой, бастион слева. О, бастион, ну вот фигмы нормально. Дараш. Ну, нажна, значит, фара все-таки больше, чем мы. Я не успел проскочить через бастион. Он там стоит. Искалки, да. Убили, убили его. This time I'll finish the job. Блять, тут речь стоит. Турель. Сзади меня кто-то стреляет, непонятно кто, блин, что за фигня. Меня бы подхилил кто. Кто справа стрелял? Турель понятно, кто понятно. This is my cross. Ну что мне теперь делать с пистиком, блин? No one can hide from my sight. Не уверен, попадаю я или нет. Да сука! Да сколько у вас там? Блин, я не могу убить солдата, когда его хиляют все время. Ну класс, только я сел свою херню, меня сразу сбили и убили меня. Ладно, я не жду, просто присаживаюсь на фару. Не брать то, кем ты не умеешь играть. Что делал, Макелан? Такая...
Да что такое, блин? Смысленно. Good. Снайпер еще заверну. Да ё-моё, лучший гратус. Так, ребята, снайперы, продавливайте снайперов. Какого хера меня снайперы продавливают? Я не смогу взлететь, пока будут снайперы. О, отлично. О, привет. Мерси, блин. Мерси убил. I'm on fire. Слева. Да заебала она. Это Counter-Strike с этой, блин, давай. Ну да. ПВПшечка. ПВПшечка, ну. Да ё-мо. Я не понимаю, как, блин, Ривер вдова убивает Луку. Vengeance shall be mine. Enemy turret ahead. No one can hide from my sight. Так, надо что-то другое. Enemy in my sight. Так. Солдат там его убежал. Да я понял. Там бастион и снайпер. Снайпер наверху. Блин, он ушел на пост. Я не могу зайти, потому что я не знаю, где они. Я сейчас закажу. Не знаю ни где они, ни где вы. А, вон снайпер нашел его. Руна отхилил. Я убил двух бастионов и гнома. Не, гном был. Гнома нет, бастион танк. Читай следующий бастион. Не вырезай. Ну ладно, я буду основной вход заливать. А вы идите выкуривать их. Я тоже буду. Блин, меня прокосили. Снайпер, be ready.
Hostiles out. Пробую слева зайти. Надо травить, ребята. Надо. Давайте. Через. Меня убили. Ты есть? Живы? Я убиваю всех. Мне есть туда. Я иду к тебе. Я иду, у меня есть тут. Так, я отхожу, потому что они уже знают. Не, меня убил снайпер. Игорь, будем заходить вдвоем? Нет. Сейчас шилд восстановлю. О, господи, у меня здесь хитмой. Сзади. Блин. Снайпер что это? Наша золотая. Так, ребята, мне нужна помощь. Я залетаю, ульт кидаю. I see a sniper. Давайте пробовать, что делать-то. 46 секунд. Я буду слева. Почему у меня спокойно долбят шилд, а никто в них даже не стреляет? Ладно. Меня залил солдат. Бастиона залил солдат, ё. РСТ. Heroes never die. 20 секунд я не добегу. Play of the game. Довью, блин. А? Вдовы, говорят, отстреливают по-дикому. Да, когда некому их отстрелять туда. Вот у нас две вот, вдовы, смотри, что это. И я был. Я не смог. Вы две вдовы нихера не сделали, я пробежать даже не смог из-за этого. Поэтому и проблема. Эпик. I always hit my mark. Половина киллов, нифига. Тут мы еще прорвали, а там... Так что Андрей конючит? Arriving at watchpoint Gibraltar. Prepare to attack. Gibraltar. I am
commences in 30 seconds. Attack commencing. Escort the payload. Let's get this done. Там симметр он съест. We don't have a line. Let the pylon. Здесь свина пуч. Слева гном и турель, наверное. Убил гнома, не убил Люцио. У нее в комнате слева, а в комнате у нее местечко. Бастион бежит. Задолбал. Упс, мне надо подхилка срочно. Я свой только что слил. В корабле сидит снайпер. Запихаю пока, вот вижу. Где вы где-то, ребятки, в корабле? Урели. Парочку убил. Я, наверное, убил. Дашка. О, снайпиша! Добила. Снайпиш. Not dead yet. The payload has reached the checkpoint. Я пытаюсь с ним разобраться, но убил меня. Убил его. Смерть. Ну как там дела, ребят? Нормально. Дамажу в турель, били, били.
Блин, что-то я только... Только костюм ей снес. Генджи бежит. No one can hide from my sight. Я уже почти... Почти убил Фару, добили ее. Ай, меня, блин, сзади обошел. Генджи. Я хотел колесо убить. Knock me down and I'll keep getting back up. I've got you in my sights. I can do this. You want help? Ой, костюм. Down and I'll keep getting back up. Sniper, keep your eyes peeled. Step right. Добил гном. Так, снайпер мне стреляли попробовать. Да он там выходит из угла периодически. Блин, не успел сдать хил, добило меня. Not dead yet. No one can hide from my sight. Breach. The payload is approaching its destination. Я пока потолкаю чуть-чуть, но меня скоро так зальют. Что, блин, опять этот Генджи сзади бегает? Упс, не заперли. Почему я его не слышу? А. Прямо сзади, за мной, я больше кухню. Да ё-мо. Надо толкать, ребят. Гранат тоже отражает от меня? Да. Да? I've got you in my sights. Target which enemy turns. О, он отбил в меня мои же гранаты. Как он это делает? Блин! Две секунды же длится дефлект, он у меня уже... Такое чувство, как ты. Вот я подождал. Добью его ракетами. Эх, Генджи бегает. Не успел, там еще бастион справа. No rest for the weary. Аж какая. Билл Генджи, снайпер.
попали. Ну и там турель я не вытащил. Турель сразу снизу стоит слева. Слева, ребят, просто на друге. I've got you in my sights. I don't quit till the fight's done. Я пересел на Рейнхарда резко. Чуть он дотащил. Watch out for that turret. Давай, Супер, сноси их, пока есть время чуть-чуть. Тащим, тащим, тащим. Play of the game. Отстреливают просто. Че это? А та же, которая против. Эпик. Чё эпик, блин? Я больше типейшн вообще. И показали Play of the Game. Так что, мы больше не играем в Stellaris, да? Что Андрей приказал долго жить? Ты не сказал ничего конкретного. У меня складывается впечатление, что мне очень сильно нравится игра. Ну, почему он не скажет об этом слух? Он не понимает, что надо общаться друг с другом. Да не, но она типа не очень простая. Когда есть 4 человека, которые более-менее умеют играть, а он не умеет, это может быть проблемой. Раз, и, наверное, то, что в ней нет конкретно такой цели. То есть они есть, но они такие режимы. Так, Гибралтар. Тот же солдат. We're all soldiers now. Гибросолдат. They chance to focus. Фара тащит эту карту. Вы особенно в ангарах, это просто ГГ. Ну, если не запускать их в ангар, там на самолете можно прятаться 1000 лет. Attackers incoming in 30 seconds. Таран, таран. I'm looking forward to working with you all. Не без. Так, там вижу внизу Макари, Ханзо и Генджи сверху. Ого, уже забежали. Да. Но я мяг убил. Как так-то? Что за фигня? Я был за стеной, когда он меня убил. Это же был не скеппер. Ясно, у меня какие-то лаги. Пора, вылетает. Тут же в Overwatch такая система, типа, если ты куда-то отходишь, то все равно работает вижен от стреляющего. То есть, если он видит, что в тебя попал на своем экране, он попал. Даже вот я вот отошел, я был за стеной, я... Но
Он там, меня попал. Просто расстояние просчитывает. Сзади, 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 ребят. Если ты увидел, что ты попал, значит ты попал. Хорошо, я еще вижу. Так как так? И фара еще сзади зашла. Да, убил меня. Плохо, ребят. Очень плохо дефите. Два человека стоят, не знаю, что фара рядом с ними. Не знаю, я их заливаю, мне просто прилетела шальная стрела в голову. Пиздец. Так, как I've got you in my sights. Oh yeah. Oh yeah. Хилка. Гень же заходит слева. И пора там наверху летает. Анзо. Мэй идет еще. Мэй, дива. Не добить уж ее уже не хердяю. Лучник. Ай-яй-яй-яй, успел отойти. А где она? Не, ее убили, она успела просрать. Пора залетает опять. Да, и Генджи. Дефлектит. Блин, пусто. Пора наверху. Пора убить. Генджи залетает, святой. Нет. Он залетел. А, меня убили с тренировки. Блять, она убила от меня одного. Ну да, бывает. Трындец. Пихайте обратно, я пока их здесь. Генджи. Да, Генджи. Один. По одному. Есть там точки? Смотри, вышли. Да блин, они по одному лезут. Сверху. Нормально. А, наверху снайпер. И фара. Не могу высунуться. Жди, пока они зайдут. Если будут заходить, много заходить, говорите мне, без тюльта. Мне тоже. Включите. Не хочу их сливать, да. Так, это... Это какая-то херня, она меня хотела убить. Ты меня... А, да, положу ее наверх. I've got you in my sights. I'm on a mission. Stay out of my way. Target down. Rich. Ждал этого момента. О. Выйти убить их всех с ульты. Мафи наверх бегает. Лучник сверху. Анзо. Мэй идет. Так, я отхожу обратно на свою суперскую позицию. Упс, меня убил. Что я до хера стреляю, мало убиваю. Встал, наверное. Они дошли, что ли? Да.
Так, я свалю, у меня тут сзади Макри и этот. Я в ангаре уже. Ага. Буду убивать. А, блин, они уже здесь респаунятся. Я думаю, что за фигня? Рюга-вагатеки, блин. Я думаю, что такое? Чё они так быстро респаун сдают? Thanks. Это не наш Макри. Уинстон заебал просто. Он зашел через верх. Ребят, нужна помощь, они уже проходят по ангару. Но я всех слил, кроме Винстона, например. Я спустил на него игру. Хер с ним. Давайте, минутку осталось, пожалуйста. Зашел Винстон. Опять я вылез. Там две обезьяны, ребят. Окей. От минус один обезьяна. Минус вторая обезьяна. Солдат заходит. Снайпер меня снял, ай-яй-яй-яй-яй! Как же так? Полное хп у меня были. У меня был такой стрик, такой стрик. Она включила ульту и сняла меня. Она дала мне свою. Да ну! А, снайпер и солдат. Но они протолкали, наверное. Я два раза подряд убил. Держите. Хожу. Что ты не купил? Был у меня ульта есть. Я купил. Они затащили. Да. И меня убили. Давалось. I've got you in my sights. Oh, sweet. Target rich. Not dead yet. Черт. Блин, эти два Винстона меня неплохо контрить начали. С одним я справлялся. Не, я не могу справиться с снайпершей. Knock me down and I'll keep getting back up. Не толкают, между прочим. Ребят. Отличный бараш. Отличный бараш. Отличный бараш. Трипл. Просто оттуда бараш. Блин, промазал ракеты. А ну как?
Серег, весь. Она меня реально достала. Из базы вышли. Надо держаться. Knock me down and I'll keep getting back up. Надо всех перебить, а не просто продержаться. Надо снять снайпера наверху, иначе это ГГ. Все? Да. Снайпера не сняли. Как, я не знаю, как хорошо игра шла. Play of the game. Yeah. Это был отличный залив, конечно. Думал, что мы выиграем. Justice reigns from above. Эпик. Что? Она ничего не сделала. Не, ну что-то сделала. Лол. Ну что, ребят, не наигрались вы еще в это? Ну, сталарис я все равно не буду. Какие у нас варианты? Никаких. Игрался уже. Играл бы в FIFA. Можно еще одну сыграть. Да. Welcome to Hollywood. Стрим никто не смотрит. Prepare to attack. Так. Я забыл, что а, это где будет. Время для макери. Так. Я тоже так думал. Ну ладно. Голливуд, я просто. Возьму рипера. Он тоже достаточно голливудский, мне кажется. Я был... А риска. Спавня, спавня. Странно сид. Да, был. Justice ain't gonna dispense itself. Что такое? Что я хорошо замазываю в графике. Look, что он уже, я вас двоих убил. Ты научил его всего, чему он умеет. Так сказал Клинтер. Да, да. Там была фотка на стене у этого Винстона, где вся команда стояла, типа дорвоческая. Но там стоит этот Soldier 76, только белобрысый еще молодой. И сзади такой в тени стоит Рипер в шапочке. Ну, скин в шапочке его. В арабском. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, теперь он злой. После того, как Overwatch распустили, он стал типа таким детским наемником. Мина. Справа двое в комнате. Vital signs negative. Турели, снайпер. Меня убьет сейчас. Нет? Какая-то хреновая у них мэй. Она даже не могла заморозить всю сайсику. Умеет играть мэй, но это не помешало ей. Я был Торбьерна, но осталось его отбирать. Ой, мне прилетел айсик. А, там она одна. Настала вот снайпер. Иду к нему за спину. Вот она там сверху, снайпер. Да ё-моё. Плохо получилось. Она убежала.
Я только спугнул ее и все. Блин. Мне нужен хил с нами. It's her. Блин, этот шилд гребаный. Блин, Осторожно. Где прям на точке? Меня убивает Мэй. Где она? Прям на точке. Меня убил гном. Что-то хил меня не хитывал. Ты сейчас глубил он меня, блин. А, это не Миле, так и был. Эскорт the payload. Form up on the payload. Move it out! Ой-ой-ой, снайперши! Да ёпарс, это что за фигня? Ой-ой-ой. Сука. Почти убил её. О, спасибо, Ким. Back in the saddle again. Чё? Я ненавижу этих снайперов. Чё они, блин, развелись повсюду? Может... Блядь. Rest in peace. Hold up. Tactical visor activated. No one can hide from my sight. Я тут турель. Я тут троих. Нет. Турель! Надо зайти к снайперше мне. Турель. Пытаюсь. Шилд пытаюсь. А, он еще один на турель. Здесь я убил снайпершу, но вторая чавиха меня убила. Меня затрепили. Пришлось дать ульту, чтобы не сдохнуть. Блин. Даже анимация не включилась. Heroes never die. For a price. Пытаюсь от него свалить. Я его сбиваю. Его воскресили. Да, да. Там почему-то кто-то еще убил Джанкрета, оказывается. А нет, просто делал гранат. Твою мать. Отхожу. Конкрет сверху. Блин, сзади Торбьерн. Я снайпершу убил. Ну да, это. Пушьте чуть-чуть, ребята. Надо подпушивать, 2 минуты осталось. Мы все бегаем, убиваем, а никто не пушит. Да ёпарыс это! Блять, меня просто подходит и в упор убивает этот хуй. Да, они такие. С молотком, блин. И никто не пушит просто, никого вообще не пушит. Привет, Мерси. Так,
Блин, там еще снайп. Колесо летит, короче. Да вы достали ко мне ходить. Ой, блин, я плохо. Ой, турель, турель, турель. 60 секунд. Ребят. Плохо, плохо. Ну, я не простыл. Я толкаю, ну кто-нибудь прикрывает там. Ну, блин, я их убиваю в доме. У меня наконец-то добили. С ресурректом. Ясно. Не толкаем. Ждите, ждите, ждите. Да какой ждите, я, блядь, чувак, летел и всё. Убил Торн Бьёрна. Блин! Ну нет. Чувак, я просто врывался и убивал. Мне пришлось одну ульту спустить на Джанкрета, потому что 30 секунд осталось. Кто-нибудь подойдите туда просто. Я подошел и убил троих, подходите. Идет, идет тот, кто меня убьет сейчас. Меня убьют, а, это. Да. Подойдите к пейлоуду, что снайпер сейчас. Меня убили. Мина. Мина. Майн. Если успеть, протонусь на пейлоуд. Блин, меня затрепило. Неужели допушили? Допушили. Пристыли до сразу. А кто будет убивать? Толку. Блин, я не знаю карту вообще, где хилка. Взяли и пятерых въебали или на ровном месте? Хил, мне ну... Хил. А, это вы, пацаны, привет. Да, привет. Я 50 хп. Я еще где кого нагнуть. Блин, тут же харе нагнать. А, у меня лаги. Потому что у меня 50 хп было. У меня лост коннекшн в сервер. Да. У вас тоже? Нет, у меня все хорошо. Скоро написано на лапе. Домашний мужчина. Блин, ну я не могу. Я делаю все, что могу. Меня скорее всего вернет. Ай, ульта! Хилку убить. Убить. Попытаюсь. Не, все, Molten Core, стан. Залив. Наши где-то непонятно где. Бля, мы старались. Это было близко. О, блин. А, 25 киллов. 8 объектов. После такого нужен какой-то контур-руль типа Люси. Даааа. Play of the game. Я... В принципе, и танковать некому бывает. Что, не мои ультимейты? Саша. Я думал, мои ультимейты. Голосуй за себя. Меня ж выкинуло, может быть, поэтому моих ультимейтов там не было, но они хотели мои показать чуть-чуть. Не, у Саши нет. It's nice to be appreciated. Yes. 4 золотых медали. Yes. Все, 14 уровень, лутбокс. Надеюсь, не буду что-нибудь хорошее. 30 уровень.
Тристатор. Это в два раза больше. Так. Стали монетки. Ой, какой-то... Да кто Саша, вообще? Да Макри такой в костюме, блин, Капитана Америки. Джанкрет, зеленый. Плохой. Плохой. Еще Виктори Боус какой-то спрей. Так, начнем. Танзу. Спрей. Пара. Босс. Ладно, я так понимаю, мы не будем сегодня этот вставать сыграть, да? Ну, никого нет, ни Андрея, ни Свята нет. Свята не макет, значит. М? Свята не считает. Да, хорошо, что Саша, ты мне... Помнил, что я это солдат, ёпарасит. Солдат это этот, да, такой американский. Это Америка, блин. Да. What the fuck? Что имя такого глупого еще, да? Daredevil 76, это же жёлтый скин, ёпарасит. Да. А, так жёлтый вообще 1000 стоит, ёп. Да. Какой редкий, а блин, не знаю. Ну ладно, подъехали. На лицо хоккеист, так выпал. Еще один скин для Симметры, спасибо. Уже третий. Есть уже синий, золотой, розовый скин. Играю почти. Oh, right. Нормально скидов. Экшн. Нормально. На это. Daredevil, понятно. Air Profile. Солдат, 4 ауры. Крим. Ну, самый классный Моррисон, конечно, скин на солдата, когда он еще молодой был. Типа... И Моррисон. Но его же нельзя получить, по-моему, да? Только если задонатишь. В Origins Edition, что-то. Полный... Андо. Райдер, блин. Нравится Night Ops и... У кого-то еще были такие скины. Уж интересно, скины на тех, кого я играю. Что там у Макри есть? На Фару нету хороших скинов. Артные маски. Белые... Рейн Денсер. Памф. Памф. Просто тоже друг. Гэмблер. Гэмблер херня, по-моему. Там есть прикольный какой-то такой, типа он в шляпе, чувак. Они, на кого? Он везде в шляпе. На Макри? Не, ну он такой модный. Мистериман, наверное. Сам. Да, Мистериман, да. А мне не нравится. Я не люблю этот Зоро стайл. Ну блин, Виджиланте еще хуже. Наверное, не Мистери, наверное, другой. Который... Гэмблер, но... Гэмблер, да, наверное, Райвер Бор. Мне Гэмблер не нравится. Райвер Бор мне больше нравится. Да, Гэмблер, нет. Сильный ты парень. Потому что ты блондин, тебе нравится. Да, дофига скил. Что ты говоришь? Это потому что ты блондин, тебе нравится Гэмблер, а мне нравится Райвербот. Не, он просто стильный. Ой. Вообще. Ну Люцио какие-то ну, эти. Хоккеист, который вот у тебя есть, другой хоккеист в шлеме. Это, блин, понятно. Жаба-костюм. Жаба-костюм. Реально, это жаба-костюм еще. Риббит называю. Какова какой-то. Риббит. Вот, Black Watch Race, вот так. Скин какие-то. Звали Риттера. Так, он стал злым. Люцио злой, он же добрый, наверное. Ну? Кто такие докторы Невермор? Кто добрый, конечно. Риттера. Он же диджей. Там два крутых скина на Риттера. Ну, одинаковых расцветка только разная. Там, где с этой, с маской, такой птицей.
Nevermore, да, сам. Это Талбланка. Ну, Венре. Эрхил. Это типа каким он был короче. Blackwater. Еще кто-то есть такой третий. Мейт это выпустила. Ханзу там, по-моему, молодой есть. Да, Янг Хан. Когда он был гнидой. Чего вот? А этот брат. Брат его есть молодой? А, окей. А, есть, когда он был живой. Спэрроу и Янг Генджи. Генджи, он же наоборот добрый, а Ханзу он... Ну да. Нет, Ханзу уже не злой, типа. Не, ну Ханзу он как бы не злой. Там в ролике, типа, было показано, что он, мол, все равно хотел своего брата. Да. Так он не, же думал, что он его убил. Потом, да. Типа, каялся. Потом, опять, хотел убить еще раз. Не, ну он не знал, что это он... Просто сделал рьючего голова. Не-не, после этого же, типа, он говорит, бля, я верю, что у всех есть второй шанс. А какой тебе скин на твоего любимого героя, Саша, нравится на Турбьерна? Никакой. Нет, нормально. Бедуин. Прикольный тот немного, который с этим, блин. Хэви рокер, так. Метал. Байкер, который. Дедлок. Джиньятта. Дедлок прикольный, а вот эти пиратские мне не нравятся. Нахера они сделали, блядь, 10 одинаковых скинов, просто перекрашенных в разные цвета? Это безумие. Не, ну разнообразие хорошо. Сделали просто панельку, чтобы можно было цвет выбрать, блядь, и всё. Так ты не будешь тратить монетки. Задрачивать. Не, ну это пиздец просто хамство, типа, ну ладно, они, ладно те скины, которые, типа, отличаются сильно, это норм, но, блядь, ну, да, когда все, стал, вот, все, типа, ну, блин, вот Винстона, если взять, там... Это ж пиздос, это как если в Лоле бы, например, или там Винстон в Доте просили бы. Шлем небольшой появился, там есть еще шапки. Да это ж близы, Саш, ты еще донатить за то, чтобы новыми тремя героями играть будешь. Хочешь красного Рикимару, блядь, все, донать. Не, героев, типа, еще дофига будет, там же... Когда в одном ролике Винстон, по-моему, звонил. Да, там было не база данных, типа, героев. Там, типа, где-то есть апшоты. Там рандомные показали. Люди. Нет, там Overwatch, там, типа... Это же показывали еще до того, как выпустили многие из этих героев. Да это не особо важно, здесь же многие не из Overwatch. Эти там... Не, ну да. Турбосвин, блядь. Да, вот этот Винстон ролик. Турбосвин просто много... Кстати, что там? После того, как его рочер спустили, он просто... Он из Австралии. Из Австралии. Еловец целиком просто. Что? Короче, тоже краска. И одел маску. Разные крюки. Я просто... Маски Аку. Да. А у меня есть классный скин на этом. Пуджи-пуджи, короче, Близзарда без Пуджа никуда. 48 лет. Самый классный скин у меня есть. Кто Винстон лет? Он 29 лет, так он молод. Рейнхард, да, прикольный скин. У меня есть самый классный скин на него, это Horizon. Называется, со станции, типа. Такой, типа, под старину. Там есть, типа, покруче такой же, но я считаю, что Horizon круче все равно. Есть Рейнхард из Гундасвер. Да, есть, я видел, да. Рейнхарда прикольно, ну Рейнхарда проще, потому что адская броня делает с ней что-то. Да, у него доспех здоровый. Шлем снимай, одевай и раскрашивай. Одевай. Так, одел шлем один скин, снял шлем второй скин. Четко. Той немец. Ты ему лет 61. Мерси тоже прикольный скин. Имп скин. Девил. Вальки. Сейчас два золотых скина на ее, по-моему? Не, у меня только один. Баркирия классная. Ну и Сербин. Турбьерн. Генджи и Краска, слит. Краска, Турбьерн, Чоппер, что? Генджи крутый, нравится. Ну да, Турбьерн
Я не скажу. Увидел, тоже херовые скины, только этот Ноев. Там есть только фанат Моторхеда нормальный. Нравится. Заря. Краска, зря краска, божество. Краска. Шапка-ушанка, естественно. Сцука, блядь. Ёшка-балалайка. Разби, разби. И кибергод. И Эмма, блин, кибергод, прости. Кибергод? Кибергод, говно. Да, у Дивы нормальных скинов тоже нету, просто красит. Там же, как всегда, подняли рант, что типа все мужики и герои разные, а девки типа были все одинаковые. Ты типа. Да, они добавили за. Добавили за. Да. Ну, это симметры ляшки, будь здоров. Как тоже почти как у Чунли из этого. Угу. Файтера. Ну, типа все аудиси, посмотрите потом. А, если не сделали ноги. Утопия. Утопия прикольно. В броне. А. Мэй толстая. Это позипозит. Да, жирная еще. И можно выиграть скин, когда мэй скинет 20 килограмм. Мэй пожарник, спасатель. Джастер Фрик. Бастиона тоже херовый скин. Сашечка. А, это... Короче, халтура. Халтура! По скинам халтура верится, что они потом будут новые выпускать и продавать за реанс. Будет нормально. Либо, блин, хотя бы есть там скины, где она не розовая. Доллары вкидывают в игру, чтобы поиграть 2 часа с друзьями. Интересно, как они... Что они сделают с этим?